Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале мастерской GSM Dog. В этом видеоролике я хочу рассказать вам, как перенести переписку WhatsApp с iPhone на Android смартфон с помощью программы IKEA Phone for WhatsApp Transfer. Программа платная, сразу скажу вам, но других вариантов бесплатных я в интернете не нашел. Для переноса нам понадобится компьютер с операционной системой Windows, два кабеля для iPhone и для Android смартфона, программа iTunes и программа IKEA Phone for WhatsApp Transfer. Маленькая подготовка. Для начала нам на Android смартфоне надо установить приложение WhatsApp. Чаты пока остались на айфоне, и сим-карта тоже в айфоне. Далее нам надо включить отладку по USB. Вводим сведения о телефоне, сведения о ПО, номер сборки, тапаем 8 раз. У вас здесь будет надпись «Теперь вы стали разработчиком». Я уже это сделал, поэтому у меня пункт для разработчиков уже открылся. Здесь вам надо включить отладку по USB. Нажимаем ОК. Подключаем iPhone. Одним кабелем нажимаем «Доверить». Разблокируем Samsung. Подключаем его кабелем. Сверху вытягиваем шторку. Вот здесь должна быть обязательно передача файлов. На компьютере запускаем программу. Выбираем пункт WhatsApp. Ждем, когда определится второй телефон. Драйверы установились. Телефон определился. Нажимаем «Передача». Продолжить. Извлекаем сим-карту из айфона. Вставляем сим-карту в Android смартфон. Нажимаем «Принять и продолжить», выводим номер телефона. Ждем смс-ку. Друзья, если вам понравился данный ролик, делитесь им в социальных сетях, ставьте лайк, нажмите колокол, чтобы не пропустить очередное видео. И всем удачных ремонтов. Пока!